Так, ну что, трейдеры, день добрый. Проверим звук. Если есть звук, ставим плюсы. Сейчас появится экран. Через пару секунд. Nasdaq, нефть и золото. Три. Три фаворита сегодняшнего дня. По крайней мере, пока. По WTI, черный бар, тренд, фильтр, красный. Агрессивный сел. Почему агрессивный? Потому что, смотрите, как мы удалились от ценности. Да, посмотрите, где находится цена. 41.80. Текущая. Текущее значение давайте сделаю поближе. 41,80, но только что пробили, закрылись ниже предыдущего лоу, торгуемся ниже зоны С1. Но, тем не менее, я должен быть очень внимателен да, к тому, что рынок может просто откатить к ценности. Да. Начиная с самого открытия 16 часов Москвы. Рынок валится, и ни одной глубокой коррекции не было. Поэтому рынок нарушит максимум вот этой медвежьей свечи, которая является сигнальной, я выйду раньше из э, позиции. Но посмотрим, пока не будем э, забегать вперед. NASDAQ. Давайте сюда. NASDAQ пробил мой range уровень 11340. И жду сигнал на buy. Тренд-фильтр зеленый. Бар. Белые чуть ранее в самом начале сессии мы пробивали вниз вот здесь. Попытка продавить. Ничего не получилось. Бум! Выстрелили наверх. И теперь вопрос, будут ли у меня. А, сигналы на открытие сделки. Пока нет. Но посмотрим. И золото традиционный, да, наш фаворит последнего времени. А сегодня пока. Пока ничего не происходит. Да, волатильно, да, интересно, но э, сигналов пока нет. Мы тор торговались ранее вблизи Range Low 1924, красная горизонтальной линии. Еще левее структура, еще структура очевидно, э, цена находит поддержку в районе этой отметки. Чем посмотрим? Да, сейчас мы как раз пришли к небольшой полке э, 1933, небольшая локальная зона сопротивления в такой V-формации. Да, цена подошла. То есть мы упали и тут же восстановились. Так образуются V-формы. И не интересен DAX. Да, здесь ничего нет. Даже если сигналы будут, то обращаю внимание на range. Средний ход 25 пунктов, 23 пункта это мало. Чтобы торговать DAX, нужно хотя бы 30, в идеале 35-40 пунктов за одно движение. Сейчас, ну, примерно. 25 uh, пунктов это очень мало, и такие рынки неинтересны. NASDAQ пытается консолидироваться над уровнем, уровнем сопротивления, пробили стрелочные, небольшая пауза. Посмотрим, будут ли у меня здесь шорт-сигналы. О, прошу прощения, сигнал на покупку, конечно. Пока у меня есть только верхняя граница, да, и только нижняя граница, такая еще не полностью сформированная консолидация. По WTI сегодня был еще один сигнал. Я на него не успел. Чуть ранее вот здесь ротация бар прямо на уровне. Да, и сейчас еще одна. Да, но еще раз очень-очень далек рынок от ценности поэтому я не исключаю, что э, рынки будут пытаться восстанавливаться. Давайте посмотрим немного, и при определенных условиях я буду закрывать сделки. Да, мой стоп неплохо стоит за структурами, и, в принципе, ничего ему не мешает. Да, есть определенное пространство между входом и стоп-лоссом, то есть есть range, да, но тем не менее. Нас тестит Хай ССИ Максим ССИ двойная вершина. Посмотрим, что здесь будет. я закрою часть по WTI на цене открытия. Мой трейлинг-стоп начал работать, потому что первая часть позиции закрыта, и мы видим, риски немножко сократились, поэтому я могу, в принципе, его оставить э, там, где он сейчас есть. Да. NASDAQ растет, но здесь ничего. Да? Мы видим двойную вершину. Чуть ранее была небольшая консолидация, но не э, полноценная. Здесь пока ничего. Золото консолидируется возле уровня. Тоже ничего пока. Нет чистого сетапа. отбились от э, важнейшей зоны до да, закрытия вчерашнего дня. Range low. S-поддержка наша. Тоже нету пока. Ноль сигналов. То сегодня единственный сигнал был по uh, W, да, и по-прежнему он актуален. Да, конечно, мы посмотрим на доллар канадец сегодня обязательно. У вас есть сделка там. Доллар канадец, наверное, растет, да, по логике вещей, раз нефть падает, но проводили. Бывает. Это же дейтрейдинг. Не надо брать все движения. Достаточно брать две трети хотя бы. Даже если меньше будете брать, этого хватит. Все равно, ну, половину уж точно будете пропускать. Так или иначе. По разным обстоятельствам. NASDAQ продолжает расти. Да, напоминаю, NASDAQ, нефть и золото сегодня фавориты мои. Да, имеется в виду они э, в фокусе внимания. Двойное дно по WTI снова я возьму и ужесточу свой стоп. Поставлю э, немного за вот этим максимумом. Потому что если его нарушат, мы увидим изменение цвета свечи на белый, и, в принципе, здесь больше мне делать нечего. Nasdaq после обновления максимум вершины прошел почти 20 тиков. Да, не, не, не сказать, что Nasdaq экстремально волатилен сегодня. Хотя мне автоматика поставила стоп сразу в ноль, видите, что тоже неплохо. Золото пока ничего. По-прежнему консолидация. То есть первое да, к, первый ключевой момент определить а, контекст, да, то есть консолидация. Какая лучше, лучше всего техника под этот рынок? Стрелочные паттерны. Да. да, рынок сейчас может пробить вот этот уровень, возле которого уже топчится а, без малого 10 минут. Да. Мы до этого сформировали хайт 1933. тест, 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 тест. Кстати, мы никак не можем закрыться тело выше. Да, если рынок закроется, определенно, у меня могут быть сигналы на покупку, потому что открывается ход дальше в районе 1947 за тройскую. да, это без малого сотни пунктов. То же самое касается пробой нижней границы. Но пока flat, я могу покупать э, контур этого э, движения э, внизу, то есть покупать сигналы по сигналам на buy. Да, потому что движение пришло сверху, либо продавать верхушки, если есть сигналы. Но пока на нет сигналов. Вот, например, по DAX у меня тоже есть на уровне консолидация, она неплохо смотрится, но, э, по-первых, диапазон, да, ход 20 пунктов, 30 это мало. Mm -hmm. То есть я могу здесь купить или, допустим, продать, если есть сигнал, то... Могу рассчитывать на 20-30 пунктов таргета в лучшем случае, потому что я беру сейчас максимальное значение, которое проходило цена за последние несколько а, движений. Золото падает. Посмотрим, что будет здесь в районе 1925. Мой range лоу. И после этого уровня, если я посмотрю налево, я посмотрю налево, поставлю горизонтальную линию сюда. Структура стрелочный, стрелочный, стрелочный. Вот здесь, здесь череда стрелочных. Очень-очень да, солидная зона поддержки. Если рынок пробьет, то мы видим следующую зону S1900 S1, круглая цифра. Посмотрю еще левее. Ничего нет. Да, поэтому это отличный ориентир для сел. Если рынок вдруг пробьет, это примерно тоже, наверное, 100 с чем-то пунктов. Даже 200 пунктов аномально много. Да не часто такое бывает. Ну, сейчас золото волатильно, да, поэтому такие цифры мы видим, даже более чем волатильно. Все, по WTI я закончил. Обе позиции без убытки здесь ничего. Вот у меня формируется снова белый бар. Посмотрим. Консолидация небольшая с нижней границей здесь. Верхняя только начинает э, спеть. Есть раз точка касания, два, три. Да, и вот сейчас рынок пытается удерживать еще одну границу. Да, и, возможно, еще один шанс будет целить. Но еще раз. Посмотрите, как мы далеко от ценности мы уже возле S2 поддержки. Да. <coughs> Определенно, мы сегодня можем увидеть трендовый день. Если я перейду на Daily Graphic WTI, мы увидим. Во-первых, вот этот бар вчерашний это самый узкий бар за последние, ну, наверное, с, э, дней 10. Да, самый узкий бар, самая узкая свеча от максимум до минимума диапазон составляет ну, примерно 70 пунктов, 70 центов, что является практически самым а, да, узким диапазоном в течение дня да, за последние несколько дней. Поэтому я не удивлюсь, если сегодня нефть будет валиться, да, и придет в район 41 ровно одна круглая цифра и у меня здесь внизу поддержка по волатильности вторая горизонтальная линия зеленого цвета посмотрим когда ты торгуешь далеко от ценности проблемы никакой нет что значит далеко от ценности далеко от ключевого уровня ты можешь торговать далеко от уровня без всяких проблем но ты должен быть осведомлен, скажем так, о том, что рынок в любой момент может резко вернуться к ценности. А причина, почему ты можешь, э, почему я вхожу э, в некоторых случаях далеко от ценности, потому что рынок может резко валиться, не возвращаясь к этой ценности. Да? И если этого не происходит сразу, то этого, как правило, не происходит. То есть ты входишь агрессивно, далеко от ценности, рассчитывая на то, что сейчас движение резко усилится. Если оно резко не усиливается, Окей, okay, ты говоришь хорошо. Я буду более аккуратен к тому, как упра буду управлять этой позицией. Uh, то есть, например, выходить раньше, более жестко двигать стоп uh, uh, и так далее. Давайте посмотрим, что здесь будет. Да, здесь может быть еще один sell-сигнал. Никаких проблем. Я еще раз попробую uh, продать, потому что WTM может существенно сегодня расшириться. Учитывая да, то, в каком состоянии находилась цена долгое время. Кстати, как мы держим по золоту консолидацию, да, чистые границы поддержки. Nasdaq ушел чуть выше. Стрелочный. Пока тоже ничего. Мы приближаемся к R2. Точнее, в R2, R1 зона сопротивления. Можно посмотреть левее, если что-нибудь здесь. Да, чуть ниже структура. Отличная зона, где может быть реакция, если вы контртрендовый трейдер хороший шанс нажимать шорт да, при сигналах здесь, но э, это не мой вариант. Я жду э, первых сигналов на покупку, их пока нет, да, их пока нет. Дакс тоже замерз пока. Тихо, тихо, все. Возможно, под Даксу произойдет какой-то прорыв волатильности, да, расширение диапазона и тогда, конечно. Его интересно торговать, потому что сегодня на открытии, вот здесь а, в районе 12900, да, если не ошибаюсь, был чудовищный медвежий моментом. Потом мы откатили да, а, практически на 80, да, даже больше процентов. Потом снова вернулись, протестили. Low. В общем, хорошие шансы на продолжение банкета по а, немцу, да, при условии, что а, будут нарушены структуры, еще ниже куча зон. Да, как раз вот эти лоу после разрыва, сегодняшний лоу, и дальше дорога открыта. Но пока этого не произошло, расширения диапазона нет, то мы можем видеть кучу сигналов, да, которые работают, которые отрабатывают, но которые не доходят до тейков. здесь отрабатывают в рамках волатильности, которая есть. Нефть восстанавливается слева наверху, тестирует мой уровень поддержки, который теперь выступает в качестве сопротивления 42 ровно, и теперь я жду сигналов на сэл, и это называется откат к ценности. Я понимаю, что здесь... А Появление стрелочного, да, например, глубже сюда, это отличный шанс продать, потому что было импульсное движение в 16 часов по Москве, первый медвежий бар, расширение диапазона, новый минимум. Да, и сейчас первая, самая глубокая коррекция с того момента, потому что если мы посмотрим налево, мы увидим коррекцию, мы увидим практически, да, рынок пытался дублировать, но это самая большая, если мы преодолели да, самую глубокую коррекцию из всех на протяжении этого движения до да, нисходящего и э, это говорит о том что рынок немножко утратил скорость и это шанс э, торговать на откате к ценности да, вот мы откатили к первой зоне на да, возможно рынок еще откатит глубже посмотрим что будет здесь можем посмотреть налево никаких уровней нет э, не считая вот этого вот этой области да, 42 400 чем нефть интересна? Сейчас после долгого перерыва может взбунтоваться. Снова двойная вершина. А, по Nasdaq, но тоже ничего нет. Все вблизи сопротивления. А, а, если я трендовый трейдер, ну, у меня ничего нет. Имеется в виду я торгую на базе здесь. Золото отбивается от close. C. Видите, здесь C. Горизонтальная пунктирная линия C – это клоу закрытия предыдущего дня. Протестили, пришли еще раз, еще раз. Если отобьемся и пробьем 935, жду бай-сигналы. Да. Пока ничего, тренд-фильтр красный. Давайте быстро доллар-канадец. Правая кнопка мыши, символы. Доллар-канадец. Минутка, да? Угу. Так, доллар канадец. Что сегодня на открытии? Какой диапазон? Средний ход, 10 тиков Все рынок в среднем входит 10-11 пунктов. Да, это разумные были бы ориентиры снова над моим уровнем R, тренд-фильтр бычий, но при этом ничего, никакого моментума не наблюдается. Да. То есть да, рынок бычий, но вне скорости. То есть пауза, скорость была здесь еще до сессии моментум, бум-бум-бум, да, и сейчас ничего нет. Здесь не с чем работать. Да. Пока. Да. То есть пока ничего нет. Либо же я могу работать с э, стрелочными паттернами. Здесь да, чуть ранее был тест уровня практически, но не дошли. Да, тоже вопрос практически. Если мы допускаем какой-то недоход, сколько пунктов до уровня? Здесь не дошли. Если не протестили, например, я не торгую такой уровень. Да, и сейчас рынок снова приходит к уровню поддержки э, 33200. Посмотрим, будет ли здесь buy сигнал. Да? То есть если я торгую flat, то лучше всего торговать э, стрелочные сигналы. Да, бычий флет определенно, вопросов нет. Бычий импульс, рынок консолидируется. Да, рынок может сейчас пробить вот эту поддержку, обвалиться, уйти вниз, и тогда уже вот совершенно противоположные сигналы но мы этого не знаем. Мы торгуем то, что сейчас есть на графике. Тренд-фильтр пока зеленый. Да, сейчас в моменте, так как это минутный график, мы можем увидеть тренд-фильтр красный, бар черный, пробой поддержки, это уже шорт-сигнал. Да, вот по факту закрытия вот этого бара, если я торгую так. Это все произойдет в моменте, за минуту. Стрелочное внимание, трейдеры стрелочный по WTI. Но проблема, проблема, вот посмотрите как раз. Да, мы, правда, не пробили уровень вот этот локальный, но мы видим черный бар. Да, точнее, да, черный бар, тренд-фильтр красный на одной свече. На, да сейчас доллар канадец Поэтому, если я так торгую сел если я жду к информации пробоя уровня то жду к информации э, для подтверждения но я должен обратить внимание на то что разумный таргет 10 пунктов если я здесь целью или целью после пробой уровня 10стиков таргет здесь не здесь а здесь это средний ход за последние несколько движений и и быстренько возвращаемся к возвращаемся к WTI. Вот мы вернулись к ценности. У нас структура. Структура здесь. Да, я вижу стрелочный, но я не вижу уровня со старшего таймфрейма напротив стрелки. То есть мы чуть выше этого уровня. Видите? 41.90. Поэтому я ждут дополнительного подтверждения. Например, снова ротации бара. Черный бар sell. То есть мне нужно, чтобы цена вышла под этот уровень снова. Да. Если это происходит прямо напротив уровня, да, например, здесь наверху, либо прямо вот здесь, то sell сразу после того, как стрелка появилась. Yeah. Также я могу дождаться паттерна здесь. Стрелочной реакции паттерна. Это будет более консервативный сел. Mm -hmm. Давайте посмотрим. Это примерно 38-40% от вот этого high до этого low, вот этого движения, сотня пунктов. На yeah. 42-80, 41-70, даже больше, чуть больше сотни. И сейчас мы скорректируемся на 38, примерно 40% FIBA, да, FIBA. если мы берем Fibonacci коррекции, то, скорее всего, увидим здесь 38%. Возьмем high-low. Да, без двух тиков мы достигли, да, достигли этой коррекции. Посмотрим, будет ли черный бар sell WTI сейчас в реальном времени. Двойная вершина по Nasdaq, стрелочный реакция на стрелочный, но вне ценности. Если я даже контр трендовый трейдер, я не могу продавать здесь, потому что не было теста моего range уровня. Так, В общем, пока один трейд, да? один квалифицированный сигнал, это здесь sell и это без убыток сегодня. Это очень э -э комфортная ситуация под WTI. Почему комфортно? Потому что мы откатили после сильного нисходящего движения. Этот трейд легче торговать, чем торговать э, удаленность, такой от ценности, или когда рынок валится, уже пройдя перед этим большое количество пунктов, но при этом не корректируясь. То есть без коррекций. Да. Такие бывают движения, рынки, когда валится так, что не останавливается, поэтому ты пытаешься зацепиться за эту возможность. Но если не идет сразу, то, скорее всего, будет попытка восстановиться, вернуться к ценности. И здесь мы тоже прошли не так много, на порядка 20 пунктов. Я спред смотрю. Спред нормальный такой же, как и был, в принципе. Три пункта по W и три пункта по золоту. Ну, для золота три пункта, да, даже если 10 пунктов, это вообще копейки, учитывая да, масштаб движения. Посмотрите на золото, что делает. Опять тест уровня. Смотрите сюда. кстати как мы тестируем вот эту границу. Тест уровня, тест уровня, тест уровня, тест уровня. Тест уровня. То есть если я агрессор, то это может быть для меня шанс, но это точно не мои сделки. Я готовлюсь продать WTI. Посмотрим, идет ли рынок ниже уровня, потому что если мы посмотрим налево, да, что происходило, мы увидим здесь low, мы видим здесь high. То есть мы видим, что рынок на наш уровень, горизонтальный, зеленый, который называется S1, отлично реагирует. То есть протестили, отбились, пробили, вернулись, ушли вниз, никаких пауз, пробой, и сейчас тестируем его сверху. То есть здесь есть определенное отношение цены к уровню. То есть они не просто беспорядочно пробивает, а мы видим здесь паузы. И это шанс. Посмотрим, будет ли здесь отбой от этого уровня. Да, Вот сейчас как раз мы тестируем, либо рынок не сможет отбить и пробьет. NASDAQ мы видим а, черный бар сейчас. NASDAQ черный бар. Если бар белый, я покупаю, то я покупаю прямо в притирку к уровню сопротивления. Но поэтому пока здесь ничего нет. Кстати, как отбивается WTI трейдеры. Посмотрите сюда. Тест уровня. Пробили. Вернулись уже как, э, к поддержке. А, пока нет сигнала. Смотрим, что будет дальше. Будет ли рынок восстанавливаться еще? А, небольшая полка. А, стартовой, стартовая а, точка в районе 4212, где я начал свои торги. А единственный трейд пропустил здесь. Тоже важно, да, не пропускать сделки, потому что ты можешь пропустить время входа, войти позже и не заработать денег. Разница чудовищная на минутке, если ты входишь с опозданием. Нужно входить вовремя, когда есть а, сигнал. Тестируем экстрим небольшой слева. W продолжает восстанавливаться. Чем глубже цена будет восстанавливаться, тем лучше, но самое главное, чтобы я не увидел... Тренд а фильтр изменен на tf, если tf зеленый, uh, uh, у меня может входа не быть по WTI. То есть моя задача торговать преимущественно с красным на sell и с зеленым на buy. Но будут ситуации, когда в начале у тебя, допустим, было нисходящее движение, тут рынок начинает восстанавливаться и тренд фильтр начинает тоже uh, 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 очень часто меняться, и это нормально. Ты должен быть готов к тому, что если рынок начинает флетить, то и ситуация а, по твоим сигналам будет неоднородной. Не поэтому лучше всего выбирать здесь уровни и торговать стрелочные, как отдельно, а, так и паттерны в комбинации со стрелкой. Это будет самый лучший способ, как можно работать в условиях неопределенности. Да это торговать с самым максимум уровня на сэл и самым минимум уровня на бай. Здравствуйте, трейдеры, кто подходит? Если у вас есть позиции, пишите сделки, будем смотреть. Сегодня у меня пока а, один трейд. Это нефть W. Золото очень долго стоит в консолидации, посмотрите сюда. Если мы пробьем, надо быть повнимательнее. Смотрите, нефть как возвращается еще глубже, да, к ценности? Вот что часто происходит, когда рынок так растянут, а -а -а. продали канадец. Отличное восстановление по W. Кстати, да, отношение цены к уровню. Мы определенно э, движемся к уровню R 42300 300. Да, структура. Мы пробили, вернулись. Новый хай. Да, и мой тренд фильтр зеленый. То есть пока пауза у меня да, рынок полностью потерял в скорости, но это не значит, что медведи не могут вернуться. Посмотрим. Дакс все борется в консолидации, золото пока все в консолидации только не гуляет. Подходим к очень важной структуре трейдеры. 42 300. Да. Структура. Еще раз, это уровень S, да, предыдущая поддержка. И здесь единственный вариант, какой возможен, это торговать паттерны. То есть, первое стрелочный, затем паттерн. То есть, что я хочу конкретно увидеть и что должно быть на графике. И затем изменения на TF на правой стороне. Да. Но пока мы видим, что рынок продолжает двигаться выше. И вот сейчас пришел туда, куда куда хочется, чтобы он пришел. Было... Нет, здесь не было ничего пока. Золото пробивает уровень. Посмотрим, что будет здесь после долгого мучительного ретеста. вами будет ли покупка. DAX можно убрать пока, здесь э, слабоватый, слабый рынок. Да, еще раз, что значит для тебя слабый рынок? Да, для меня слабый рынок означает тот рынок, который торгуется э, в диапазоне 20-25 пунктов. Да, это очень слабый рынок. Это говорит о том, что пока диапазон не расширится, я не могу торговать, иначе я просто застряну во флете, и сигналы будут работать, но таргеты не будут достигаться, потому что мой минимальный тейк 30% с копейками пунктов То есть должен быть э, должно быть расширение да, всплеск особенно э, самый кстати сильный критерий э, или селектор скажем так да который позволяет э, определять вот эти горячие сигналы до да, точнее горячие рынки это расширение диапазона либо на премаркете до 16.30 Москвы, либо на самом открытии 16.30, когда мы видим резкое расширение диапазона, да, и оно выше 30-40 или 50 пунктов. Это тот рынок, который следует торговать сегодня, да, или там завтра, если вы это расширение видите. Но есть рынки, которые по умолчанию волатильны, то есть они находятся в глобальной фазе волатильности, как золото сейчас. И, в принципе, любое движение здесь может быть интересно. А да, потом здесь мы посмотрим. Но ну, каждое движение здесь ну, огромное количество пунктов. Да, даже микродвижение, мы порой за 5 минут проходим по 200-300 пунктов. Да, что, конечно, много. То есть здесь вопросов уже нет. Да, это за пределами нормы находится. Давайте быстро канадис глянем, что там делает канадис. Доллар. Смотрите, канадец обвалился. Вот сколько, насколько мы обвалились. Все, 100 пунктов. Это мой таргет сейчас. Я должен взять здесь деньги, да. Здесь я торгую доллар, канадец. И второй, есть у меня две позиции. Вторую часть позиции я должен перевести в ноль. Если одна позиция, то ждать коррекции к ценности. Да, потому что это первая ротация э, на тренд-фильтре имеется в виду изменение на красный да, с, после вот такого бычьего движения. Вторая позиция, если у тебя две позиции, хороша тем, что если вдруг рынок усилится, ты же этого не знаешь, то есть это твоя запаска да, на случай усиления движения и антисожаление, да, такой инструмент, да, в том смысле, что если будет валиться, ты не будешь сожалеть, ах, надо было здесь держать, да, потому что ты уже взял деньги, заплатил своей жадности и страху, да, скальп такой с рынка, ориентируясь на средний, а, средний диапазон, да, и дальше, если этот диапазон не подтверждается, то есть он расширяется отлично, ты двигаешься вслед за рынком, то есть работает твой второй ордер трейлинг да, стоп, очень очень важно. Так вы будете в балансе, в гармонии с тем, что вы делаете, в первую очередь, с эмоциональной составляющей. Да, нет проблемы входить целым огромным объемом, но ну, имеется в виду там одной позиции, то крупной, не дробить ее, да, а одной, например, одним процентом, не по половине, по 0,5, а один процент брать. И затем ä, ä, брать сразу все тейки одновременно. Вот поставил тейк там, я не знаю, один к двум взял и все но, если вдруг продолжится, ты не будешь участвовать. Разные подходы и каждый из них нужно проверять и каждый из них имеет право на существование. Стрелочный по немцу, но на зеленом тренд фильтре нет сделки. Хотя идеальный тест уровень Посмотрите сюда. Смотрите сюда, это идеальный сигнал мой. А, тест уровня внимание налево стрелочный если я агрессор с целью сразу но внимание вниз трендфильтр зеленый здесь может быть паттерн например и затем пробой точки середины паттерна и трендфильтр поменяет свой цвет тогда возможно будет черт но здесь нет сделок на сел и нет сделок на бай более того еще раз да, обращаю ваше внимание всегда нужно помнить про диапазон да, потому что еще раз это то что обеспечивает хорошую сделку чем он шире тем больше шансов, что ты получишь быстрый тейк. Особенно касаемо сигналов пробой, на пробой и ротации бара. Это сигналы, которые имеют очень высокий процент профита, если рынки волатильны. Золото пробило, новый хай, еще новый хай. И посмотрим, что здесь будет. Тренд-фильтр впервые зеленый после начала сессии. И надеюсь на трейд. Кстати, что делает нефть? Видите? Смотрите, сюда. Просто чудовищное восстановление. А в моменте а, нефть восстановилась. И уже все, мы пришли к точке открытия 16 часов Москвы. Поэтому пока у меня ничего нет. Австралиец, канадец. Здравствуйте, трейдеры, кто подходит еще? Австралиец, канадец. Там также, наверное, да, или что-то. Здесь нет ничего. Тут даже что-то предположить. Uh, Какой-то план составить трудно, потому что рынок внутри диапазона на да, ключевой уровень 94600. Это зона сопротивления 94,400 uh, с копейками. Это поддержка. Средний ход 6 пунктов. То есть я могу рассчитывать на take 6 пунктов. Вопрос: есть ли сигнал? Сигнал нет. Тренд-фильтр uh, бычий, бары черные и флет. Торговать трендовые сигналы глупо. Торговать контртренд. Uh, Имеется в виду против тренд фильтра можно у экстримов. Да, вот а, в частности, если посмотрим, здесь стрелочные напротив небольшой полки. Да, и в принципе все. То есть только такие какие-то совсем мелкие сделки. А да, мы видим, что рынок спит. Да, был моментом медвежий ночью или под утро да, преимущественный. И сейчас мы видим, каждый раз рынок тестит сопротивление, стрелочная реакция, стрелочная реакция, поддержки, стрелочная реакция, стрелочная реакция, стрелочная реакция. Почему? Потому что рынок во флете. Да. Это идеальное условие для торговли этим сигналом. Смотрите, да? Каждый раз стрелочный, потрясающе работает во флетах напротив уровня. Это очень важно. То есть нужно обязательно привязать стрелочный к уровню. Уровень со старшего таймфрейма. Черный бар по золоту. Пробили уровень. Черный бар, тренд фильтра зеленый. Посмотрим, будет ли сигнал на покупку здесь. NASDAQ спит, вообще не шевелится. Было небольшое расширение диапазона на 50 пунктов. Пауза. Жду белый бар по золоту, чтобы купить. А сделка более агрессивная. Почему? Потому что я торгую преимущественно во флете. Да, но глядя на диапазон, да, в котором находится цена мои 30 пунктов, смотрится очень такой да, быстрой целью. Здесь, может быть, двойная вершина сейчас. Посмотрю сюда, идеально симметричная, да, что делает э, мою сделку да, вдвойне агрессивной. Посмотрим. Хотя перед этим был идеально тест уровня. Посмотрите сюда тест уровня. То есть есть несколько моментов, которые противоречат друг другу. Поэтому я буду следить по ходу и принимать решения а, по ситуации. Я покупаю э, золото. Посмотрим, как будет торговаться текущий бар. У меня есть двойная вершина, идеально симметричная. Да. Посмотрим, будет ли движение сразу. Если сразу движения нет, то маловероятно, что что-то из этого получится. Вот мы сейчас как раз экспериментируем вот этот экстрим. Да. Экзаменуем самый хай. Посмотрим, как закроется эта свеча. Я закрываю все позиции и жду пробоя закрытия выше, чтобы подтвердить мой сигнал. Да, ротацию пара. Если это произойдет, я тогда снова зайду в сделку. И вот мы видим в моменте уже черный бар. Смотрите. Причем идеальная симметрия. Да, но у меня нет здесь а, причины целить. А, никакой. Поэтому вариант А, я могу ничего не делать, вообще стоять в стороне, потому что противоречит одно другому. Вариант Б попробовать купить в надежде на первый бычий бар после сигнального. То есть есть ротация. Следующий восходящий бар, если он закрывается выше хай, то отлично сделка подтверждена. То есть нарушается вершина. И э, если этого не происходит, то выходите из позиции полностью, да, чтобы не нарваться на быстрый стоп. А потому что здесь buy, стоп-30 тиков, тик-тик достигнут. А но если рынок обновит high, я могу перезайти в позицию. Посмотрим. Вот мы сейчас протестили, тик-тик отбились и пришли тестить low. На минимум паттерна. Давайте смотреть, возможно, еще раз будет пай. Что делает э, немец? Ничего, чуть шире стал диапазон, но пока тоже ничего выдающегося. Фаворит золото и пока золото, да. Nasdaq замерз. Нефть уже тестирует клоус закрытие выше, точнее, точку закрытия вчерашнего дня, и мой рейндж уровень. Кстати, в моменте просто. Безо всяких причин. Но опять-таки мы говорим, причина в плане того, что. Мы не видели никаких сигналов, не считая контртрендовых сигналов. Вот здесь стрелочный дно идеальное, но это против да, движения сигнал. <coughs> Я жду еще раз подтверждение на бай по золоту. Если моя идея верна, то мы должны пробить закрыться тело выше 940. Я покупаю и жду дальше, что будет. То есть очень важно, как цена себя ведет, что происходит, особенно в таких неопределенных ситуациях, на, следующей ба на следующем баре, на следующей свече, после сигнальной. Это очень-очень хороший ориентир, показатель работы сигнала. В условиях неопределенности, еще раз, когда что-то не клеится, или сигнал 1 на 2 второй на buy, одновременно вот с стрелоч... с паттерном и с ротацией бара такой иногда бывает. А ты видишь изменение цвета, цвета свечи и одновременно паттерн. Особенно не неглубоких коррекциях. Вот рынок пытается пробить. Давайте подождем, будет ли close. Закрытие телом выше. Закрытие телом выше. А либо будет тройная вершина, потому что тест, тест, ретест. А то, что сейчас мы наблюдаем, нефть стрелочный практически на экстриме сопротивления, но нет э, пока паттерна. То есть, если я агрессор, контртренд, точнее, против вот этого движения, скажем так, агрессивный шок. Если я консерватор, то я жду паттерна. Если я трендовый трейдер, я ничего не делаю. То есть все зависит от того, какой у меня стиль торговли. Предпочтения мои. Uh -huh. пытается uh, пробивать золото прям на границе закрылись не не вижу клоус выше Жду еще один бар То есть мы закрылись прям тик в тик в притирку с экстримом uh, тройная вершина посмотрим будет ли клоус выше Клоус закрытие телом выше NASDAQ стал немножко корректироваться Посмотрим, что здесь. Средний ход за последнее движение составляет 20 пунктов. То есть мы потеряли в моментуме. Поэтому пока NASDAQ в стороне неинтересно. Пока NASDAQ неинтересно торговать. Я сейчас отслеживаю еще один сигнал. Он не частый, но он нередко появляется в начале сессии который я называю страйк. Это когда мы видим одновременно э, изменение на тренд-фильтре, пробой уровня в направлении тренд-фильтра и изменение цвета свечи. То есть три условия одновременно происходят. И, и если мы поищем, может быть, сегодня поговорим про этот сигнал. Ну Вот пример. То есть до этого, вот здесь наверху, я на секунду отвлекусь прям. Смотрите сюда. До этого мы видим внизу тренд-фильтр зеленый, бары белые, и ничего не происходит. И затем мы видим медвежью свечу. Она впервые стала черной, впервые тренд-фильтр стал красным, и впервые мы пробили э, зону поддержки. То есть три условия на одной свече называются «страйк». Это редкий сигнал, но очень-очень солидный. И у кого есть тренд-фильтр, естественно, все эти условия можете пробовать торговать. Хорошо работает возле M5 уровней для минутки. Я не знаю, как для других уровней. Это вот из а, нового а, сигнала. Да? Вы можете проследить, и это легко протестировать. Очень легко, потому что это 100% объективно. Да? То есть три визуальных условия. Да, все одновременно. Вот, например, вот такие ситуации не считаются, потому что здесь бары как были белые, так и остались. У тебя нет изменения одновременно. Да. Но, конечно, нужно отслеживать отношение цены к уровням. Не просто. И лучшие сигналы приходят из фаз, когда цена немножко в консолидации. Да. Потом происходит одновременный пробой. Вот тогда вероятность отработки выше. Так, ну что, золото еще раз штурмует мою зону. Посмотрите, был тест, рейд-тест, еще раз тест. И мы видим, цена снова подкрадывается. Давайте ждать. Давайте ждать. Клоус выше, закрытие телом выше. Пока ни разу не было закрытие телом выше. Еще раз, это агрессивный бай на да, условиях неопределенности, в которой находится золото. Но при этом неопределенность очень волатильная. Поэтому пробовать здесь нужно и я куплю, если будет close. Пока нет. Еще один бар, значит, ждем. Нефть выходит на паттерн. Контр-тренд. DAX Outsider. Хотя DAX немножко расширяется, да, мы видим постепенно. Но еще раз повторюсь, что лучшие сигналы, если мы берем расширение диапазона, ну, для понимания того, стоит ли этот рынок торговать, они приходят из в первые 15-30 минут то есть если в первые 15-30 минут нет расширения диапазона возможно вы увидите очень плотный флэт либо неустойчивое движение оставшуюся часть времени это нужно иметь в виду поэтому я всегда смотрю сейчас сколько рынок прошел соответственно своим критериям Опять был тест. Посмотрите сюда. Смотрите сюда. Казалось бы, какой-то хай. Тест. Тест. ретест, ретест, Еще раз. Тест. И мы видим очередной close. Закрытие ниже low предыдущей свечи. Uh -huh. То есть неопределенно пока. Убираю в сторону. Uh -huh. WTI. Тестируем ли мы хай? кстати, какая гигантская V-образная форма. Посмотрите на нее. Uh -huh. Просто огромная V-образная форма. Давайте быстренько перейдем, посмотрим на NASDAQ. NASDAQ снова черный бар. И вот посмотрите, это интересно. Вот NASDAQ сейчас начал немножко, видите, зажиматься, флетить, немножко терять скорость. И вот это хорошая ситуация для торговли стрелочными паттернами. То есть, а торговля от уровней. Вот у меня раз уровень и ниже еще уровень. Пока тренд фильтр за это. То есть, если он бычий, естественно, я покупаю на поддержках по стрелочному либо с по стрелочному паттерну. Моя поддержка раз, моя поддержка два. Да. То есть, пока мы находимся в фазе э, в фазе консолидации, неопределенности и так далее. Так, идем дальше австралиец, канадец, доллар, рубль. Тренд восходящий на коррекции. байдате давайте быстренько глянем доллар, рубль. Правая кнопка мыши, символы, символы, доллар, доллар, рубль. 74. Цена очень давно не смотрели. Какой таймфрейм? А какой таймфрейм доллар, рубль? Тоже М1 или М5? Все-таки там на М1. Наверное, не просто торговать. Хотя все зависит от да, вашего навыка. Сейчас я еще раз брошу на график шаблон, чтобы все вернулось. Угу, отлично. Ну, бычий рынок, да, вопросов нет. Бычий, бычий, бычий. И я не знаю, насколько эта котировка соответствует. 74.06. Сейчас абсолютно экстрим. И, возможно, это экстрим последних дней да, самый экстрим чуть ниже. Да, если мы посмотрим, мы посмотрим левее в районе 7404, да, как раз экстрим. И вот рынок сейчас пришел сюда тестить эту зону. Давайте сделаю чуть пониже. И... Но ну, здесь нет ничего. Да, белый бар, но в то же время двойная вершина. Вот то, что мы сейчас видели по золоту. Да, то есть мы видим стрелочный, реакция на стрелочный, без двух тиков паттерн и как бы белый бар. И что делать? Вариант А я могу купить здесь. Вариант Б я могу дождаться обновления экстрима и купить там. А вариант С я могу быть контртрендовым трейдером. То есть, если я, кон... точнее, не быть, а если я им являюсь контртрендовым трейдером, я с целью закрытия, первое закрытие ниже предыдущего low. В данном случае вот этот low ориентируйся если это сейчас закрывается ниже этого low sell. Да? Ну, это все. То есть масса вариантов, как мы можем а, работать, если да, у нас а, несколько вариантов. <масса>, масса вариантов, если у нас несколько вариантов да. Это именно так. Но имеется в виду, что если мы торгуем и против тренда, и по тренду, то разнообразие большое, да. И может, конечно, входить, как там, а, как сейчас ситуация позволяет, например, мы на уровне да, стрелочный да, паттерн да, цель первое более низкое закрытие. Если трендовый трейдер даже здесь чистого, например, условия, когда цена закроется выше максимума левой стороны паттерна и купи, но это будет самый экстрим самый максимум последнего времени, поэтому, конечно, sell сигнал здесь смотрится более адекватно, да, чисто технически, ведь мы прям на уровне мы его не пробили. Да. То есть вот так. Вот таким образом. Давайте я уберу пока. Доллар-рубль. Тренд восходящий на коррекции. Buy. Но коррекция была уже, да? Вы, если вы уже купили, то есть движение. И посмотрите налево. Посмотрите сюда. Оно какое симметричное предыдущему движению, а может быть, даже предыдущему Здесь симметрия. посмотрите какая здесь идеальная симметрия? Давайте еще левее, посмотрите налево. Идем сюда. Идеальная симметрия. посмотрите практически все коррекции. Как э, пить дать. Поэтому, если я трендовый трейдер, я должен купить здесь. Да? Это все по 60% коррекции на да? Fibonacci. Fibonacci очень хорошо работает на Форексе. Имеется в виду на валютных парах. Low-high, бум, тик-тик. Затем low-high, бум. Также мы ушли. Ровно в эту же зону. Ровно в эту же зону. Да? То есть мы также берем вот эти импульсные движения. Да? Импульс. Коррекция. То есть, либо вы покупаете да, так называемый а, откат, да, либо вы покупаете breakout пробой, либо вы селите контр-тренд. Других вариантов здесь, ну, в принципе, нет. Давайте вернемся к нашим товарищам, быстренько пробежимся. DAX Outsider. Нефть просто с ума сходит И уже у экстрима. Трейдеры 42.80, не в WTI. И. Золото вообще не в теме пока нету ничего так что пока пауза небольшая можно немножечко отдохнуть на перевести дух мало сегодня пока возможностей да. причем интересно так пора бывает мало возможно мало возможностей но ты как бы уже настроен все у тебя там энергии ты уже как бы да? Ты, ты так приходишь да, на рынок. А порой ты что-то приходишь, какой-то вялый, да? Ну, ты же не робот, бывает такой. И, а рынок дикий, и ты не готов просто его принять. Не совпадает ваша энергетика. Да? То есть рынок настолько активный, что ты еще никак не, не понимаешь, что происходит. Да? И вот в те дни ты можешь пропускать сделки, и это нормально. Да? Главное, не будь избыточно активным, когда ничего нет. Потому что у тебя там энергии, много ли ты уже настроился или после пропущенных сделок предыдущие дни ты уже так этот все сегодня не буду пропускать а рынок не дает тебе сигнал И такой главное не вынуждайся торговать вот смотрите сюда на эту ситуацию идеальная технически по WTI без спреда тест уровня если здесь стрелочный это может быть очень выгодный сел на самом экстриме Потому что мы пришли к уровню, внимание, налево. Если вы хотите, чтобы уровни, в частности, уровни со старших, таймфреймы были шире, вы можете это сделать правой кнопкой мыши, список индикаторов. Уходим в настройки, уровни поддержки сопротивления. и сопротивления. Здесь можно поставить цифры больше. Там, я не знаю, 50 поставить. То есть в пунктах указать ширину уровней. Или на величину спреда среднего. Вот, например, там средний спред можно взять, там 30-40 пунктов. 3-4 пункта, да, смотря как у вас. У брокера вашего, да. То есть после э, запятой сколько знаков? 4260 у вас или 42-600. Да, то есть еще 0. Там 610, да, или 61. Так, ну что, мы пока отдыхаем. У вас есть вопросы, сделки, позиции, достойное внимания? По золоту, по W, ничего, пока дальше идем вверх. Пустой график. Нечастая ситуация, я бы даже сказал, достаточно редкая, когда мы видим... Когда мы видим... Импульс вниз и такой же прям беспрепятственный восстановление, без коррекции даже. То есть мы начали восстанавливаться к ценности, но ни разу не отбились, да, прежде чем продолжить рост. То есть 100% сразу же, видите, это редкое явление, за пределами нормы находится. Вот, например, сейчас может быть белая бар по DAX э -э -э -да, буду я торговать, 100% нет. Да, это не мой трейд в условиях узкого рынка. Он может отработаться абсолютно. Еще раз, посмотрите, прошло 60% сессии, да, а рынок ничего не продемонстрировал, ни одного квалифицированного сигнала, ни одного расширения диапазона. Это повод задуматься, нужно ли тебе сегодня его торговать. Аздак тоже ничего такого, да, мы видим несколько ротаций. Все в очень узком э, формате. Не знаю, пока нет ничего, трейдеры. Я не вижу. Вот знаете, когда уже есть какой-то опыт, да, торговли каким-то сигналом, паттерном, то у тебя сразу загорается глаз, да, когда ты видишь условия, ты прям сразу реагируешь на него, на это условие. NASDAQ, ой, NASDAQ, говорю, WTI сейчас, прям в, в зоне, посмотрите. Очень интересно. Как здесь? Медведи вообще будут что-то делать? Нет. Давайте быстренько посмотрим на золото. У меня есть бычий бар. Бычий бар по золоту. 40 пунктов его диапазон. Посмотрим, что будет, удастся ли рынку нарушить вот этот хай все-таки. То есть мы опять видим ретест уровня, и в то же время мы видим ротацию бара. Одно другому противоречит. Поэтому вариант А, еще раз я говорю, нет, такой рынок я не торгую. Вариант Б я вхожу. И э, если нет моментума, например, или рынок закрывается э, ниже, то есть цена закрытия идет ниже, я выхожу из сделки. Да. И третий вариант. Да, это я просто жду, когда либо таргет, либо стоп будет достигнут. <coughs> Пытаемся пробивать. Пытаемся пробивать. Посмотрим, что здесь будет. Я возьму немного смотрю как закроется если обратным пробьем уровня выхожу из позиции то есть очень важен следующий бар после пробоя я могу мог купить здесь но я покупаю с подтверждением с закрытием выше уровня жду этот бар и принимаю решение он закроется если он закроется за уровнем то есть ниже него я выхожу да. без всяких там сожалений потом ой надо было подержать если вдруг рынок взлетел ну тогда держи не трогай сделку да. либо имей правило когда ты выходишь раньше с позиции пытается рынок уйти за уровень давайте посмотрим поближе немножко уходили и пока остаемся здесь еще баржу посмотрим была попытка уйти ниже не удалось посмотрим что будет с этой свечой с текущей если она будет бычья то ее минимум отличное место куда можно загнать стоп Потому что это пробой, если нет движения сразу, нет движения сразу. Был тест уже, попытка уйти ниже, за закрыться ниже не смогли. <coughs> В идеале, если бар закрывается 80% от... Э, то есть тело 80% от всего диапазона свечи. 20% тень или меньше, тогда это очень хороший знак, и можно стоп загнать еще ниже. То есть я могу смело взять свой стоп и поставить вот сюда, за вот этот low. Да, вот таким образом. Хотя почему-то мне автоматика уносит мой стоп дальше. Потом я беру немножко самостоятельно. Не дает, не пускать Ладно, оставлю автоматика переводит стоп без убыток посмотрим Посмотрим, как закроется текущая свеча. А я сам поставлю в ноль, чтобы не валять дурака здесь. Посмотрим, будет ли моментум наверх. Так, DAX тестирует уровень на секунду к... По назад кстати, был небольшой взлет. Да, мы прошли 18 тиков, Но тоже э, при моем таргете 30 с лишним. 18 пунктов это очень мало. Да. да, здесь ничего нет пока. Хотя мы уже у R1 зоны, мы пришли к точке R1. Есть первый таргет по золоту. Я возьму второй, э, чуть ближе поставлю. И мы сейчас приближаемся к уровню range. Посмотрите сюда. Очень важная зона сопротивления, поэтому вариант А я могу взять все деньги. Вариант Б я могу дождаться стрелочного и выйти из позиции. Вариант С я могу оставить все до тейка вот здесь, наверху. Давайте посмотрим, что будет происходить. NASDAQ продолжает немножко расти. Давайте посмотрим, что по золоту где второй таргет. Mm. Оставим пока позицию, понаблюдаем. Чтобы здесь опять, посмотрите сюда, это очень интересно. Uh, все свечи после нашего входа, особенно вот эти большие бычи, закрывались 80%. 80% тела, 20% хвосты. Uh, это очень хороший знак, что рынок сильный. Сейчас мы тестим наш Range High, важная зона. Вариант А я могу забрать здесь 50 тиков, 50 пунктов. Вариант Б я могу сделать это после стрелочного сигнала. Давайте посмотрим, будет ли здесь стрелочный. То есть сейчас, если я забираю, это лучший шанс взять максимальный профит у сопротивления. Потому что слева уже были реакции. Тест уровня, тест уровня валились от этой зоны. Давайте посмотрим, будет ли стрелочный здесь, если да, close. То есть я торгую во Флете. Да, я не торгую с трендом, я торгую во Флете, да, локально бычий э, поток. Я жду, как закроется этот бар текущий. И скорее всего э, я выйду с тем же таргетом, что и первая да, позиция. Давайте посмотрим еще. Если будет стрелочный. будет ли стрелочный. Да, есть стрелочный, я выхожу полностью. Тест уровня стрелочный. Если я контртрендовый трейдер, я переворачиваю позицию, нажимаю здесь sell сейчас. Да. WTI. Что творит нефть? Посмотрите. Уже новый хай, мы закрылись выше уровня range. Если я консерватор по золоту, то я жду, конечно, тест уровня стрелочный паттерн затем. Кстати, идеальный тест нашего рейндж уровня. Это R1, зона сопротивления на уровне range трейдер. Если мы пробьем этот уровень, то первый шанс купить, я прыгаю. внимание налево, хай здесь структура. И R1 еще выше, 1970 за тройскую. Можем чуть вы, чуть больше сделать график посмотреть налево поставим горизонтальную линию структура хай да, после которого рынок обвалился 1972 отличная зона и отличное расстояние небольшая промежуточная здесь то есть здесь есть чем работать по золоту сюда в сторону двойная вершина по нас по немцу стрелочный идеальный симметричный тест. Возле уровня, но еще раз, это не мой трейд. Да. Если вы торгуете, то шанс. И никаких пока здесь сделок. Даже э, самым там коротким стоп-лоссом. Наздак немножечко стал расти. Да. Ускорит, ускорился рынок после пробоя уровня локального здесь. Прошли 23 пункта, но тоже незначительно. Да. Чего не скажешь про золото? Да. За 5 минут мы прошли полтинник а по NASDAQ мы еле-еле катимся прошли 20 пунктов за последние там ну, условно 10-15 минут то есть вот это есть а, скорость изменения цены да? то что мы называем диапазоном то что мы называем а, моментумом, да? то что а, нам нужно торговать Удалось порыбачить. Второй, второй день меня про это спрашиваете. Вы собираетесь в Танзанию? С чем вызван такой интерес? Была идея, но нет. Была идея, но нет. Меня не поддержали. В этом деле. А зачем это надо? Вот. место было на чаше весов либо а, плавание с дельфинами в открытом океане а, либо да, рыбалка. по моему разговору вы понимаете да на чем мы остановились в итоге ну кстати круто было да? дельфинами так что да. Но если вы вдруг будете планировать на сафари, вы скажите, я вам дам человека, который организует это. Это даже не из России, а там местные ребята. Очень крутой человек. Гарантированно впечатление у вас будет. Ага. Хотя я смотрю, когда вы поедете, да, в какое время. Что Я в некоторые парки не смог заехать, когда я был. В частности, в Руаху мы не смогли попасть. Там затопило все. Это январь, я говорю, февраль месяц, начало февраля было. И там по машину вода не, не получилось, к сожалению. Хотя у нас там до, должна быть ночевка, да, прям внутри парка в домиках. Мы-то не попали. Но тем не менее, да, если вам нужно, напишите, я вам дам контакт. золото в паузе пока. Uh, WTI ничего нет. Но если вы контр трендовый трейдер, отличный шанс целить. Посмотрите, что творится возле close закрытия, возле закрытия вчерашнего дня. Тестили, тестили, незначительно ушли выше. Стрелочные на экстриме ушли обратно и снизу тестим черный бар. То есть первый шанс целить. Да, если сейчас тем более рынок закроется ниже нашего range уровня 42.70. Uh, то есть это первый шанс э, продавать э, э, уже при квалифицированных сигналах. Но если вы против тренда торгуете, это не мой трейд, я сюда не вхожу, а мне здесь делать нечего. NASDAQ опять уходит внутрь диапазона. А, WTI стоит. Ой, WJ, немец. С акулами. А, нет, с, а с акулами, с китовой акулой а, на Мальдивах я плавал. А, причем, случайно, мы ее увидели после трех часов в открытом океане. Я увидел китовую акулу. Я, там несколько людей было с нами. Я первый ее увидел. Она из. Ну, как, ну метров пять, наверное. Но ну, это считается детеныш еще. Она из вот этой синевы, да, это, это бездна, я еще так вниз смотрю, мы уже плывем к лодке, ну, типа все, закругляемся, и я такой вниз голову из, из этой темной, я сначала не понял, что это, да, и прямо вот так, ну, я вот так плыву, и она вот так снизу уже ближе к, да, к этому к поверхности воды, хотя она не, не выходит на поверхность обычно, uh, если они, да, китовые акулы, но так очень близко. Я вот так разворачиваюсь и успел еще ее за заснять, хотел потрогать, <ếu> и так быстро шевелился. Я даже не сразу понял, что надо делать, <с JD _> что я не видел раньше никогда китовых акул. Ну, живую имеется в виду, да. Но тут она вот, ну, между нами расстояние было, ну, метр-полтора, наверное. Но я не сразу понял, когда увидел, она вот с таким открытым ртом, просто, ну, она же это, питается планктоном там всяким, вот, э, плывет, я такой, о <связываясь> быстро разворачивайся и за ней, но я не успел за ней уже, она уплыла быстро, вот. но это такое яркое, достаточно впечатление, потому что неожиданно ты как бы уже все расслабился, и тут бац, тебе на... Uh, нефть снижается, мы ушли за range уровень сопротивления. Небольшая консолидация формируется по NASDAQ. Да. Но еще раз, если торговать пробой вы хотите, то все-таки нужно быть э, не то, что уверенным, а нужно иметь определенный э, диапазон за этим. Ну, то есть должен быть какой-то шаг движения. Mm -hmm. Да, у меня есть вот этот шаг, вот он, импульс. Сколько пунктов это импульс? Ну, в принципе, 39-40 пунктов. Давайте посмотрим, что здесь будет идеальных границ нет здесь. И опять мы можем видеть ДВ. Да, здесь двойную вершину. То есть противоречие Давайте посмотрим. Не будем торопиться. Все-таки условия не самые идеальные здесь. Да. Экстремально. Ну, да, в какой-то мере, да, экстремально. Это не плавание с дельфинами. Да. Там, хотя там медуз до да, да чертиков в этом. На, мы на Занзибаре плавали, до да хрена медуз, ты пытаешься от медуз еще вернуться, еще с дельф, дельфинами там поплавать. Вот. Это все очень интересно, да, определенно. Об этом могу очень долго вам рассказывать, трейдеры. Да, Все-таки вы пришли торговать, а не слушать мои тяну. Это все очень весело. Так. так, ну что, пока тишина у нас. Да? Небольшой локальный брейкаут был по золоту. Быстрый профит. А, NASDAQ сейчас восстанавливается dax аутсайдер опять же таки вот смотрите тоже интересный момент хорошо будут работать стрелочные с паттернами даже в условиях сонного рынка а потому что они как правило вам дают очень точную точку входа в рынок очень такой с минимум риска особенно если вы видите тест уровня например да, и стрелочный. То есть это по факту самая выгодная цена для открытия сделки на sell или там, если это на поддержке на buy. Да. И это гарантированное участие в сделке. Да, с одной стороны. Но с другой стороны это все равно считается агрессивно, да, потому что если появляется паттерн, вот тогда мы добавляем еще одно, еще одно условие, еще один критерий для открытия сделки. Но еще раз, как только вы видите стрелочный налево, стрелочный налево, стрелочный налево. Если стрелочный во флете возле уровня очень сильная индикация того, что может быть пауза, отбой и так далее. Но если цена прям подошла к уровню, а потом появился стрелочный. Вот это нужно себе за, зафиксировать сюда. Потому что стрелочный может быть до уровня, стрелочный может быть после пробоя уровня. Это немножко разные вещи. Да? Вот тест уровня стрелочного – это формулировка, последовательность. Что значит тест? Ну, цена зашла в зону. Или цена там, допустим, мы считаем тестом недоход до уровня, если это, этот недоход равен спреду. Да? Понимаете, да, вот таким образом. Потому что у нас вот это вообще горизонтальная линия, да, мы ее можем сделать чуть толще, но, посмотрите, даже здесь мы тикнули эту зону. А? Еще раз, я могу ее расширить. Например, еще раз, кто у нас новенький? у нас есть несколько новеньких трейдеров. Если вам кажется уровни слишком большими, слишком узкими, это уровни кластер трейдер, На то вы идете в настройки уровней и здесь меняете, допустим, там, может быть, у вас по умолчанию там, по 7 стоит, да, поставить, я не знаю, там, ну, 35, например, 35 поставить, и, и вот здесь, там, и 2, где две семерки, 35 поставить, да, и вот зоны стали чуть шире. Да. Но мне слишком широко неинтересно, потому что съедает график, да, поэтому я верну свои э, настройки. Где мои настройки? 35, было 20, да? Пусть будет 20 оптимально. Ну, подбирайте под свой там глаз. Я не знаю, как вам комфортно, более... То, что ваша душа желает. Нефть, э, точнее золото снижается. Черный бар пока нет сделок. Нефть тоже снижается. Но давайте посмотрим на э, диапазон в котором диапазон, в котором живет цена в среднем движении, ну, сочные движения, да, 40-50 пунктов. То есть, если я здесь с целью, например, WTI, то вполне могу рассчитывать на take 40-50 пунктов, но в то же время обращаю внимание на то, что это контртренд. Да, это контртренд на самых выгодных условиях. Возле close вчерашнего дня, range уровня моего, стрелочный разворот на вершины, и цена ушла ниже за уровень. То есть все условия. Да. То есть торгуя против движения или тренда, как угодно назовем, вы торгуете на откат к ценности. Да. В редких случаях, в редких случаях мы будем вот такую картину. В Jinx, Jinx обратно. Да. Это исключение, нежели правило. Такое не происходит регулярно. Поэтому не стоит этому придавать большое значение. Или под это что-то подвязывать, какие-то техники торговли. То есть вы будете иметь слишком локальный случай, да, чтобы торговать. А слишком локальный случай, который очень редко встречается. Ну, не то, что они плохие, но э, сложнее будет поддерживать постоянство здесь. Да. Студия. Чередование должно быть на таком да, высоком уровне. То есть часто видеть сигналы. Хотя бы ну один, если один-два сигнала в день, отлично. Один-два сигнала в день, это очень хорошо. Nasdaq вернулся внутрь диапазона. Возле R1 мы крутимся. Тоже пока ничего такого нет. Стрелочный, но тоже внутри зон. Посмотрим, может быть, будет ниже шанс купить. И пока все. Да, пока все. Осталось не так много времени. Канадец вернулся. Да? Возможно, давайте посмотрим доллар канадец. Правая кнопка мыши снова сюда. Шаблоны. И возвращаемся. Угу. Вот, посмотрите сюда. Чем не потрясающий стал сигнал Первый агрессивный здесь. Представляете, какой идеальный sell-сигнал? То, о чем мы сейчас говорили: Тест уровня, стрелочный. Тест уровня, стрелочная предыдущая структура. А -а -а. Если я не торгую этот сигнал ротация бара. Здесь я получаю best, лучший вход, внимание, тренд фильтр красный. Это второй шанс купить, точнее продать. И уже мы практически возле S поддержки. Но опять же, какой ход? Я хочу обратить ваше внимание, мы говорили об этом, 10-11 пунктов средний диапазон, плюс-минус. Отсюда мы получили сигнал, цена прошла 11, даже почти 12 пунктов. Дальше здесь мы получили сигнал, либо здесь цена прошла 11, 12, 12 копейками пунктов. Отсюда цена отбилась, сколько цена прошла? 12 пунктов. После стрелочного внизу цена отбилась, сколько цена прошла? 12-13 пунктов. Есть ли в этом какой-то. Э, откликается ли это как-то? да, Или это просто информация? Конечно, это информация, которую нужно постоянно держать э, в голове. На что ты можешь рассчитывать, торгуя свой сигнал? Поэтому я изначально ставлю порог определенной торговли. На 30-40 пунктов должен быть ход, чтобы я мог его торгать, чтобы мой таргет достигался. Да, я могу сократить тейк, например. Да? Но мне каждый раз надо об этом думать. О, волатильность узкая. Зачем мне торговать узкую волатильность? Тогда. Очень-очень важно. И вот сейчас, например, мы видим, появился еще один уровень. Здесь же, где стрелочный. Если она придет тестить, будет стрелочный фильтр красный сал. Uh -huh. Вот сейчас мы видим, например, черный бар с, э, с, с возможностью продать. Но где этот черный бар? Практически возле Range Low и внимание налево кучу уровней здесь. сюда? Структура, структура. Это неплохой, может быть, трейд, но у тебя потенциал 6 пунктов, что не укладывается в средний ход, да? в твой таргет, допустим, 10 пунктов. То есть ты можешь реально здесь взять 6 пунктов э, до, до структуры. Оно тебе надо. Mm -hmm. То есть нужно стараться торговать ближе э, к ценности, а не когда уже движение ушло. Да, в отдельных ситуациях, в сильных скоростных рынках, ты можешь пытаться там откуса где-то на, ну, на таком, да, уже на большом удалении от ценности. Но это уже исключительно такой, да, момент. Э, по ситуации, скажем так, да, и зависит от э, опыта трейдера, да, и вот навыков и так далее. Давайте вернемся. То есть это вообще идеальные трейды, когда мы видим. Э, пробой уровня, коррекция, тест этого уровня, стрелочный, либо с паттерном, либо без паттерна, но важно, чтобы тренд-фильтр был соответствующим образом. Вот именно тест, вот это вот ключ, да, тест уровня, стрелочный. Да, сегодня рынки в консолидации преимущественно проводят. Единственная была надежда на нефть, но здесь, в принципе, ничего такого дальше не произошло. У вас вопросы сделки, трейдеры, скоро закончим. 20-15 минут еще. Еще раз, если вы новенький, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Да, либо пишите нам на почту. Но лучше здесь, если они касаются технической части настроек, правил торговли и так далее, то смело пишите. Потому что здесь можно будет быстренько все разобрать, показать. Сейчас поправлю уровни по немцу. Горизонтальность, а чуть сделаю их пошире, чтобы некоторую зону видеть. Чуть -чуть. Сделаем. Вот видите, DAX как торгуется. Вот он торгуется в диапазоне 20-30 пунктов максимум. Вот так и есть. Да. Пошли, 20-30 пауза. Попробовали, пауза. Попробовали, пауза. Да. То же самое золото. Да, не будет удивлением если мы сейчас померим среднее движение увидим примерно одинаковый ход. Да? Там 90, здесь 100, там здесь 80, здесь 100. О чем это мне может говорить? 100%. Да? Это мне дает ориентир для того, где я могу брать деньги. И я начинаю соизмерять это, где мой текст стоит, согласно вот этим правилам, советники. Да? Допустим, тейк 30 пунктов, второй 90 пунктов. Второй не так важен для меня. Потому что если движение пошло, ну хорошо. А дальше уже все зависит от того, будет ли оно с коррекциями, там, либо рынок сразу повалится, либо быстро развернется и вынесет вторую часть позиции по безубытку, либо по трейлинг стоп-лоссу. Это на самом деле не так даже важно. Мне важно поддерживать высокий а, КПД первого таргета. А дальше уже можно развивать на сделку, имеется в виду там добавлять позиции, если торгуешь по тренду, но если торгуешь во флетах, как сейчас большая часть инструментов находится сегодня, не сейчас, а именно сегодня, то, конечно, лучше э, быть более консервативным и не наращивать позицию. Не надо добавлять там, где спит рынок или где он во флете. Во флете ты пытаешься быстро взять какой-то локальный трейд, либо можешь вообще его не торговать. Да? Ой, флет я не торгую, например. Флет для нас что это может быть? Например, цена внутри range rs вот золото сегодня всю сессию торгуется между с поддержкой то что мы вначале отметили 1924 r сопротивление 1947 dax то же самое нас так единственно вышел за границы Р, вот здесь мы вышли на да? и некоторый тренд наблюдается, но вне, вне моментума. То есть тренд стандартный, да, скажем так, движение, коррекция, небольшое движение, но все в рамках а, текущего, текущей волатильности. Да, там движение случилось 30 тиков, на там плюс-минус пауза. А вот сейчас мы упали на там 27 тиков, небольшая пауза. То есть это сегодняшний его, а, я не знаю, им, этот, а, как это называется, пульс. Да? Сколько в минуту удара? Вот примерно, примерно так это и выглядит. И каждый раз он разный. На этот пульс. Пульс рынка. Если вообще не бьется на да, рынок, ну и нахер он тебе такой нужен. А? Он же сонный. Когда можно будет приобрести индикатор по выходу из консультации? Я не знаю. Я что-то пока на это дело как-то... Мы его сделали и практически уже закончили. Я что-то как-то расслабился. Я сейчас сконцентрирован на подготовке к челленджу. Я все никак не начну, да, потому что в мою голову лезут тысячи идей, как я могу там это сейчас, это так, это попробую, это попробую. Но хочется как... Мне кажется, я слишком большое значение этому придаю, да, челленджу и пытаюсь как бы находить самое лучшее или что-то еще новое разработать, чтобы, да, и как бы вот сейчас этим большую часть времени был занят. Вот. А сейчас я все определился окончательно на текущий момент и осталось только еще раз подштриховать и вперед с песней. Ну уже все пора, потому что это уже не весело вообще заниматься херней. Там не то И вот. И к вашему вопросу по поводу консолидации мы его сделали. Нужно провести дополнительные еще проверки исследований, тогда можно будет э, его э, заказать. Вот, Вы можете написать нам на почту, и как только это будет готово, мы сообщим. Вот так вот, ну, чтобы и вас тоже, и нам тоже не, этот, не переживать по этому поводу. По золоту был белый бар, но э, пока сейчас на текущий момент ничего, да, мы видели очередную ротацию бара, рынок уже прошел 30, вот что значит волатильный рынок, ты видишь раз, два, три, четыре, пять минут, результат, это может быть и стоп лосса определенно, да, и ты должен быть очень внимательным к тому, как ведет себя цена, потому что на сильно волатильном рынке это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, ты можешь столько нахватать лоссов, поэтому нужно очень внимательно следить за моментом входа, да, и за выходом из позиции, да, если что-то не работает, потому что в хороших рынках трендовых, или даже не трендовых, а у кого высокий пульс, да, ритм, сигнал быстро отрабатывается. Либо если не отрабатывается, ты это видишь обычно на начальном этапе. Смотрите, как свечи закрываются. Видите, это очень-очень важная информация для вас. Да. Давайте смотреть. Может быть, все-таки будет еще раз а, сделка, потому что мы подкрадываемся снова к нашему очень сильному уровню. Да и вот много раз тестировала цена. А и может быть еще на, а, напоследок будет сделка. <плодисменты> <клодисменты> 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 Нефть тестирует экстримы. Пытается возвращаться к ценности. Золото снова вернулось к уровню. Тестирует его. Тест уровня. Без нескольких пунктов. Так, ну что, последние минуты остаются торгового дня сегодня. Да. Интересный день такой. Быстрые не, а, изменения мы видели по WTI. А, хороший насыщенный рынок по золоту, но без трендовый. То есть такие локальные. Да, мы видели только движение. Вот. Один трейд по W без убыток, один трейд по золоту, точнее, два трейда по золоту, один практически без убыток, второй двойной таргет. Да. W, точнее, NASDAQ ничего и DAX ничего, индекс. Хотя тут тоже были локальные сигналы, но не те, которые, не те, которые соответствовали всем критериям. И вот мы видим опять тот же самый вариант. Да, здесь мы все-таки э, не дошли там какое-то какое количество тиков. Ну, нет, вру, мы дошли, потому что на величину спреда, вот примерно 20 пунктов, да, по золоту сегодня спред 20-30. Э, 20-30 пунктов, если я не ошибаюсь, да, 25, там, 29 и так далее. То есть мы тестили сейчас уровень. Тест уровня стрелочный. Если я агрессор против вот этого потока, я целю прямо здесь. Но если я не продал здесь и продаю здесь, то это э, самообман. Ну, то есть ты как бы сам с собой договариваешься. То есть тебе кажется, что этот тест лучше, чем этот тест. И потом ты целишь здесь, например, а здесь не продал или наоборот. И видишь результат, и начинаешь от этого страдать еще больше. То есть ты можешь здесь продать, а здесь нет. И сейчас цена уйдет выше, получилось, и в итоге убыток. И психологически, что, О, блин, а что я этот трейд не взял тогда? Да, потому что после этого сигнала цена просто 60 тиков. А здесь еще и плюс э, прибавился лосс, вроде тот же сигнал. Поэтому важно торгать каждый сетап. Вот, например, вот эта комбинация, тест уровня стрелочный паттерн в 100 раз объективнее, чем если ты будешь торговать консолидацию, пробой консолидации. Потому что ты все равно ну, нарисуешь так, как ты это видишь под, под своим, исходя из опыта, из убеждений своих, кто тебя научил, кто тебе показал. Все равно будет какой-то оттенок да, индивидуальности, скажем так. Но это тоже крутой способ торговли, в этом нет ничего плохого. Можно миксовать такой вариант торговли и такой вариант торговли то есть такие сигналы, такие. С ума сходить по этому поводу надо и доводить до обредятиной, uh, да, что О -о -о -о, там это да -да, все объективно, прям должно быть. Вот мы сейчас пытаемся снова uh, тестировать уровень. Давайте посмотрим, что сделать золото. Будет ли пробой уровня? Вообще сегодня только золото да активно, если уж так по существу говорить, не считая. Uh, W, но там сигналов-то не было почти. Если цена закроется телом выше, то следующий шаг, как я могу купить? Ага. То есть дальше я жду сигнал на покупку. У нас было несколько сигналов сегодня по золоту. Первый здесь лонг. Да, затем мы видели отбой, я закрылся раньше. Затем здесь с подтверждением long таргет И затем здесь мы видели сигнал на да, а, бычий бар. Кстати, какой бычий бар? Белый бар имеется в виду, да? Ну понятно, что он бычий. И а, без хвостов, без ничего, просто тупо тело. И после этого мы тоже прошли 40 пунктов. Но не так много, как золото до этого проходило. Но все же, давайте смотреть, что будет здесь. Да. Будут ли сигналы? То есть пробой уровня, составляющая часть последовательности. Да, ты увидел пробой уровня? Окей, жди дальше. Потому что вариантов несколько. Пробой и улетит. Пробьет, улетит, скорректируется. Ложно, пробьет. Но, например, пробили внутрь и внутрь обратно ушли. То есть не пытайся Скорее, скорее, скорее. Особенно, когда речь про такие важные уровни, потому что это уровень range да, это ключевой экстрим да, сегодняшней сессии. Мы видели по левую сторону обвалились потом еще подошли отвалились подошли отвалились сейчас и еще раз подошли да? уже сколько было э, здесь телодвижений угу. поэтому дайте рынку э, показать вам да, сигнал сами не пытайтесь быстро быстро да, успеете обязательно То есть контекст, да, ключевой ключевая фраза трейдера. Контекст. Uh, как уменьшить количество желтого цвета на трендовом индикаторе, на М15 диапазоне? Мне хочется иметь этот uh, индикатор более скоростный. А какой? Ну, на 15 минутки вы торгуете? Ну, тогда вам надо поставить, если вы торгуете на М15, вам надо поставить current. Текущий таймфрейм либо М15. И тогда вы будете видеть больше э, цвета красного либо зеленого, а меньше желтого будет. То есть вы убираете фильтрацию со старшего таймфрейма и оставляете только э, фильтр только для текущего. Имеется в виду м -м, пробой уровней на текущем таймфрейме. А вот как у меня, например, здесь стоит минутка для минутки э, текущий таймфрейм. А, потому что если я поставлю M5, то желтого цвета будет валом. Uh, то есть больше желтизны, хотя вот на этом графике uh, не так, да, но чуть, но все равно. Current, да, видите, желтые участки пропали и преимущественно остались красные. Вот ну, таким образом. Так, ну что, uh, закругляемся, снова сигнал на sell по uh, на WTI, хотя по-прежнему да, мы в зоне sell. Nasdaq тестит high. Extreme. Предыдущий максимум. Мы же снова выше уровня R1. Хороший шанс у Nasdaq еще немножечко подрасти. Uh -huh. Технически. Ну, а DAX аутсайдер сегодня явный. Uh -huh. У огромный карман, да? Давайте посмотрим. У канадца огромный карман на cell. Правая кнопка мыши, бум, 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 бум. Конец пробил, закрылся ниже уровня, да? После э, ротации бара здесь мы пробили новый лоу, новый лоу. А что там дальше? Что там дальше? Давайте посмотрим. Хороший карман до S1, да, 31,70. Внимание налево, структура и range уровень. Но, есть одно но. Сегодня а, мы уже пробивали наверх. Пробили на 18 пунктов наверх. 15-18 пунктов. R уровень вот здесь. Красный. Потом ушли внутрь диапазона. И это классический разворотный. А, Поведение цены, которое чаще всего приводит к развороту. Да, когда мы видим, тут же изменена тренд-фильтр, цена обратно ниже R уходит. Да. Но здесь мы ушли вверх на 15 пунктов, и здесь мы да, еще не ушли, но ближе к 31,80. Да. И такое бывает нередко, когда мы наблюдаем вот эту симметрию ложенных пробоев вокруг уровня range trader. То есть, когда цена пробила вверх сначала, например, R ушла какое-то количество пунктов да, на, на север, затем ушла внутрь диапазона, и это традиционный разворот, который мы торгуем обычно. Затем пробивает S, то есть вообще в противоположную сторону двигается, вот как, как сейчас. И нередко этот пробой длится до... А, точнее, со, нередко этот пробой составляет величину вот этого, который был вверх. Вот здесь вы можете померить, посмотреть. Ну, пунктов 15, да, там плюс-минус. Отсюда пунктов 15 – это где-то вот здесь. Ну, понятно, что иде идеализировать не надо, не бывает идеально. То есть мы, в принципе, близки к точке э возможной паузы, потери скорости. Это не на 100% так. Да, Имейте в виду, вы торгуете вероятность. Но я такое замечал очень часто. Тем более время уже 18 часов 30 по Москве. Да, и обычно к этому времени наблюдается небольшая пауза. Так что это хороший шанс дождаться коррекции к уровню, к структуре и, возможно, продать на стрелочном. И посмотрите, как классно! Просто посмотрите на эту красоту. Выдерживается симметрии. Почему бы не увидеть еще одну сем... еще одну коррекцию? Смотрите сюда. Просто идеально. Может быть, рынок как раз идет чуть ниже. Но это уже более такой аналитический момент. Да, я не рекомендую вам сильно увлекаться этим анализом, потому что это дает вам какую-то привязку к конкретному случаю, сценарию, и вы можете утратить э, связь с реальностью то есть, что вот сейчас происходит. Да, и вы ждете вот эту точку на buy, например, или таргет, а рынок уже тут меняется, или дает вам сигнал, а вы как бы все ждете там. То есть, вот это вот ожидание, какое-то предвкушение. Сильно не нужно э, этим так да, к этому. Прям так относиться есть ну класс да поэтому я стараюсь ориентироваться только на э, визуально продиктованные сигналы те да, которые я вижу глазами и лучший из них это ротации стрелочный с паттернами тренд фильтр уровни то что не может интерпретироваться по-другому да есть отдельная часть сигналов которые торгуют на пробой да, они для сильных рынков консолидации они имеют э, да все-таки более такую индивидуальную форму скажем так да, то есть, кто как я их для себя вижу. То есть их нельзя прям вот точно так. Там у нас есть определенные а, тренинги, точнее не тренинги, а PDF-файл, да, специальный, где у нас прописаны там, параметры а, поиска интерпретации, да, как должен выглядеть вот этот сигнал на пробой. Да, но, тем не менее, да, все-таки свое какое-то. А, отношение к этому будет, нежели к стрелочному. Все из вас видят стрелочный, все из вас видят черный бар. Никак по-другому нельзя это назвать, <саспит> ну, интерпретировать. от а по золоту, например, потрясающая консолидация на бай сейчас, но уже время вышло мое. На... Что так можно? Ну, еще чуть-чуть посижу, еще чуть-чуть посижу. Пробой уровня, сила сигнал номер один, тренд зеленый, сила сигнал номер два. Консолидация, я вижу, раз, два, две точки касания сверху, раз, два, две точки касания снизу, вот про что мы сейчас как раз и говорим, да, если рынок пробивает high, long, uh, buy сигнал но время, да, время, и я не хочу uh, засиживаться. Сегодня все равно классный день, да, несмотря на то, что каких-то больших моментумов не было, как, например, вчера, да, мы с вами наблюдали чудовищный моментум по uh, золоту, просто чудовищный моменту мы за кратчайшие сроки проходили по 150 пунктов, но это вообще прям мега круто. Еще днем ранее, да, был моменту. То есть вот что значит, когда рынок э, да, хороший, в хорошей, хорошей форме находится. То есть ты делаешь быстрые деньги за малое количество времени. Но нужно быть внимательным именно к моменту входа в рынок, не пропускать, не, то есть стараться входить по лучшей цене. Если ты ждешь, еще ждешь, еще ждешь, это, это ну, поздно, на минутке поздно, может быть. Поэтому чем точнее и чище твой сигнал, э, тем лучше. И лучше для себя его еще раз описать, как выглядит этот трейд. Там консолидация, хорошо, как она должна выглядеть. Сделай несколько скринов идеальных ситуаций, стараясь их каждый раз э, держать в голове, просматривать перед э, торгами. И так ты привыкнешь постепенно, и глаз сразу будет реагировать различать эти ситуации ладно давайте к вашим вопросам несколько минут мы заканчиваем если они у вас сегодня я уже думаю начну челлендж совсем совсем потому что у меня был в один момент такой бзык по новым каким-то этим техникам торговли, хотел что-то еще новое для челленджа сделать. Но я понимаю, что сейчас этим нужно прям заниматься, и это берет всю энергию, просто съедает. Да, я вот разрабатывал еще одну стратегию на коррекциях, на пробоях. Да, она работает, но там еще нужно немножко подкручивать, смотреть, какое-то время привыкать, да, потому что когда что-то новое создаешь, все равно это время. Да, время должно пройти, чтобы ты привыкнул к этому, чтобы это стало частью да, твоей ежедневной рутины. Ну вот, а сейчас у меня нет этого времени, я не хочу оттягивать процесс. Ну вот, э, поэтому э, пока это ушло в сторону, и сейчас основной фокус на том, что работает лучше всего, то, что уже э, месяцами, годами опробовано да, и в закрытом чате среди вас, как э, те, кто у нас уже давно... Э, подтверждено. И самое главное теперь это просто ежедневно внедрять, репетировать. Давайте минута-другая. Загругляемся. У меня время вышло 18.30 Москвы. Все, закончили. Хотя, конечно, могут быть движения. Ты можешь посмотреть, о, 18.40 движение, о, 18.50 движение, о, давай еще посижу, ой, давай еще посижу. Да, то есть по, как бы, ну, нарастающей ты можешь просто не встать с своего кресла на пересидеть еще раз кто у нас новенький да и трейдеры э, в американскую сессию есть простое правило оно универсальное и оно точно для вас тоже сработает prime time есть prime time утра да если вы не можете торгать утром тогда ближе к вечеру Ночь э, ближе к ве... ну ночь в Москве это уже э, в Америке это около двух часов дня не по Нью-Йоркскому времени, двух 2 -4. То есть, либо вы торгуете э, утро, да, самое, как считается, ликвидное время с 4, грубо, там, или с полпятого до полседьмого до 7 москвы вот эти два часа плюс-минус, либо, если нет возможности, то вечер по Москве это э, после 9 часов вечера по Москве, особенно э, хорошо могут двигаться индексы. Да, и в принципе, э, эти красавцы тоже хорошо ходят, там золото если оно ликвидное, и там нефть. Да. Еще момент такой, что если в начале, в первые два часа, то есть утро сонное, то, скорее всего, днем будут какие-то моментумы. Но найдите свой отрезок более комфортный. Я понимаю, что после 9 по Москве торговать, но ну, это не то, что нереально, это странно, по меньшей мере, блин, ты уже готовишься, как бы, как-то, ну, биологически, да, странно, если у тебя, ну, часовой поезд, да, это вечер, 9 часов, блин, не до трейдинга совершенно, в Европу, может быть, нам, как, да, там, дейтрейдерам в какой-то мере, Проще торговать, проснулся, такой общий, бодрячком торгуешь. Золото пробил уровень, да. небольшой был даже тест этого уровня. Не уровня, а консолидации. The long сигнал да. Но еще раз, после да, моего э, времени. Что касается инструментов, то те же самые и останутся. Да, которые сейчас и я торгую, они и останутся. Те, которые я знаю, те, которые я тестировал и поперек, те, которые приносили бабки и приносят э, золото, нефть, э, Nasdaq, ну, DAX тоже значит, там можно отнести. Хотя я бы назвал три инструмента основных для э, day-трейдинга для меня. Но опять же таки валюты, евро, фунт, доллар канадец. Вот смотрите, что мы видим с вами по доллар канадцу что он творит. Да? Посмотрите, сколько классных сигналов. То есть, если вы торгуете доллар-канадец, то огонь просто. Сегодня шикарный день, начиная от первых агрессивных сделок на SEL до самых качественных технических сделок. То есть валюты вокруг уровне range трейдер вокруг уровня со старших таймфреймов, также будут эффективный при условии, что этот рынок активен, этот рынок активен, что этот рынок двигается. был под сомнением индекс DAX, да, он порой экстремально волатилен, порой он спит, да, и, не знаю, мне кажется, его надо оставлять, что вы думаете сами, индекс DAX, мне кажется, его надо оставить, торговал, то есть я с этим инструментом в нормальных отношениях, это инструмент, который мне близок, в отличие от Dow Jones, который я тоже торгал, но немного. А. То есть ты со временем приходишь к какому-то, а, да, если, допустим, собира собираешь портфель, да, к какому-то вот набору инструментов. А. Золото пробило. Так ну что все давайте не будем засиживаться заканчиваем э -э, я тоже через минут десять уже выключаю все и встретимся в следующий э -э, в следующий вторник да. в понедельник официально начинаю челлендж да, потому что больше тянуть нельзя да. пробовал я что-то еще там придумывать нафиг это надо будем использовать то, что работает да, то что э -э, проверено, да. Ну и те, кто новенький, вам тоже добро пожаловать и до встречи, пока.